Что делать, если у вас купероз? Первое. Не носить зеленое, потому что зеленый цвет еще больше будет усиливать красноту. Или очень тщательно маскировать красный цвет лица. И не носите такую бледно-розовенькую помаду, потому что вот эта краснота, она как будто бы переходит и в губы. Поэтому в целом получается, что все лицо очень красное. Посмотрите, другой цвет одежды, уже лицо не такое красное. Делаем более насыщенный цвет губ. И уже краснота становится менее интенсивная. Следующий прием – это, конечно же, тональный крем, который очень хорошо замаскирует красноту. И посмотрите, как мы его наносим. В первую очередь это нос, это подбородок, зона вокруг носа. А вот что касается зоны щечек, то можно здесь сильно не маскировать, а наоборот, даже немножечко сохранить вот эту розовинку в лице, и вам не нужны будут румяна. Но сделать здесь тон нужно более деликатно, то есть полупрозрачным методом. Таким образом, у вас получится свой естественный розовый румянец. И вот получается очень натуральненько, естественно, красиво и без перегруза декоративной косметики.